В ефірі програми Відзеркалення. Я Філіп Декан, як завжди, щиро ради вітати всіх вас. Сподіваюсь, що всі ви здорові і все гаразд. Ну сьогодні ми знов таки говоритимемо на тему коронавірусу, який не втихає, поки ще більше того. Буквально днями голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україну скоріш за все пік коронавірусу очікує на початку травня і тому, скоріш за все, карантин. Буде подовжений до 11-12 числа. Ну, подивимось сьогодні. Говоритимемо ось на таку тему пандемія коронавірусу і карантин несли дуже великі корективи взагалі в життя всіх нас, в тому числі і медичних закладів. Ну, відомо, що, наприклад, планові операції зараз відмінені і перенесені на невизначений час. Ну, принаймні до, до кінця карантину. Хоча зрозуміло, що якщо зараз у когось заплановану операцію перенесли, то це може. Мати не дуже добрі наслідки. Сьогодні поговоримо про те, як ситуація є у обласному, харківському обласному онконцентрі з його генеральним директором Денисом Скорим. Денис, радий вас вітати в нашій студії. Здравствуйте. Ну, давайте з цього і почнемо. Звичайно, як я сказав, дійсно карантин е, вніс дуже великі корективи у всіх. В тому числі так розумію, що звичайно і у вас в Онкоцентрі як на вас вплинув він. Ну, вся всяте. Эта... Пандемия с коронавирусом, она коснулась и нашего учреждения, и нашего города, и нашей области. Если говорить о онкологических пациентах, то в первую очередь все мы прекрасно понимаем, что это группа тех людей, которые скомпрометированы в отношении иммунной системы. И имеют, группа риска номер один, имеют, можно сказать, да, а так? имеют крайне высокие риски, действительно, инфицирования и э, более тяжелого течения проявления этой вирусной респираторной э, болезни. Если говорить о работе центра, то на сегодняшний момент наш центр работает в, э, в общем режиме, э, но, тем не менее, решения относительно лечения э, э, относительно стратегии лечения пациентов принимаются с учетом этой э, эпидемиологической ситуации, которая есть в городе Харькове и Харьковской области. Я прошу, а что значит загальный режим? То есть вы также подпорядкованы всем этим э, наказам, можно сказать, и плановые операции также перенесены, или нет? Приказ Министерства здравоохранения относительно того, чтобы все плановые госпитализации, плановые э, лечебные мероприятия, оперативные вмешательства были перенесены на срок после карантина, После разъяснения того же Министерства охраны здоровья не касаются онкологических учреждений, поскольку все онкологические ситуации и пациенты, которые нуждаются в онкологической помощи, вид терминования, может, может послужить причиной прогрессии заболевания и, соответственно, достижения не самых лучших результатов, если это лечение будет начато немножко позже. Ну, я звичайно не медик, але мені здається, що це стосується в багатьох випадах, випадках, скажімо, і серцево-судинних захворювань, там і ще якихось, якщо вони в вони можуть просто загостритись, хоча он онкокворі, онкохворі, це звичайно дуже, дуже така. про шарок, таким, можно сказать, номер родины, как мы с вами сказали. Абсолютно точно. Это касается, конечно, безусловно, не только онкологических пациентов. Это касается и пациентов с сердечно-судистыми заболеваниями, и с другими заболеваниями, которые в период обострения нуждаются в проведении терапевтических или даже хирургических вмешательств. Но как раз вот это пояснение ЭМОЗа, оно касалось и пациентов с сердечно-судистыми ага. заболеваниями, с пациентов с патологией дыхательной системы, и так далее. А то, тут есть какая-то группа, какая является группа? Безусловно. Или яка... подпадает. Да, да, самое главное, вот в этой нестандартной ситуации мы все прекрасно понимаем, что мы столкнулись, мы, я имею в виду, все медицинское сообщество этого мира столкнулось с очень нестандартной ситуацией, когда на самом-то деле прецедентов в ближайшее время не было. И вот вся эта ситуация, она требует каких-то кого-то мультидисциплинарного и взвешенного подхода. в принятии решений относительно целесообразности лечения, относительно возможности э, продлить начало этого лечения на какой-то период, на разумный период. Вот. И э, с другой стороны оценить какие-то риски относительно того, а если, не дай бог, в процессе лечения у пациента э, потенциально появится возможность этого инфицирования. Ведь мы на самом деле не знаем, у нас сейчас относительно благоприятная эпидемиологическая ситуация в городе Харькове и Харьковской области, но она, мы прекрасно понимаем, что может Ти зміниться через або дві? ну виходячи з того, що є вже на жаль, дві смерті людей у Харківському у Харківській області, у Валківському районі село Великопілля, і знаємо точно, що ці дві людини, жінки похилого віку, вони контактували з доволі таки багатьма людьми. Ну, як багатьма, якщо одна навіть з п'ятьма контактувала, то це вже може розповсюджуватися і далі. То дійсно, от ну не дарма, і, і медики і на основі їхніх. А підрахунків якихось і прем'єр-міністр вважає, що саме, як я сказав, десь за два тижні буде, буде сплеск і пік. Ну добре, що потім пішло на спад, звичайно. Ви знаєте, я е, прочитав, що, ну, скажімо так, світове медичне суспільство, звичайно, можна сказати, прогавило. А трішечки цю пандемію і механізми, як ви сказали, поведінка, саме поведінки медиків з такими з такими хворими, які підпадають під найвищий ступінь ризику, тому що ну і зрозумілих причин, звичайно, це не з, не з вини лікарів, але все ж таки, і ось буквально там на наприкінці березня, на початку квітня, почали завдяки дослідженням з Китаю, з Італії, почали розуміти, що і як робити з такими хворими. Ну, зрозуміло, що якщо хвора обтяженный, еще Людина, которая захворіла, не дай Боже, на ковид, она обтяжена будь-якою хворобою додатково, Той же рак, там сердечно судинні захворювання, і, і, і таке інше, і таке інше, то хвороба протикатиме тяжче. І через те була рекомендація воз наскільки я знаю, забезпечити всі заходи, щоб ну посилити всі, всі заходи для цих для цих хворих. Як у вас ситуація в онкоцентрі? Есть очень важный момент, на котором мне точно хотелось бы заострить внимание, ваше внимание, внимание наших телезрителей относительно того, что в нашей стране вот, на самом деле не все так плохо, то, что касается вопросов онкологии, то, что касается вопросов э, вот этой острой ситуации с коронавирусом. Я объясню, почему. Мы работаем сейчас по тому наследию, которое нам досталось из Советского Союза. И на самом деле были вещи, которые были очень устроены разумно и правильно. Да? То есть, что мы имеем на сегодняшний момент? Мы имеем профильные онкологические учреждения, которых... Ну практически нет. В, в других странах европейских, в тех же Соединенных Штатах и так далее. Есть выборочные онкологические центры, но в целом все лечение проходит в, в общей больничной сети, в которых есть определенные отделения, которые занимаются угу. онкологией, химиотерапией, лучевой терапией и так далее. Окрывых лекарений Да, честно. У нас система до, до сегодняшнего дня построена по принципу профильных учреждений профильных именно онкологических учреждений. Что мы имеем? Мы благодаря этому имеем концентрацию онкологических пациентов в одном учреждении. И эти потоки, они не смешиваются с общей больничной сетью, с той сетью, в которых на сегодняшний момент, в которых которой обращаются пациенты с острыми респираторными заболеваниями, обращаются с другой патологией, которые имеют высокую вероятность инфицирования COVID-19. Ну так, если представить, что было, как в некоторых странах, как вы говорите, хворий на рак, и оказался, например, в отделении в той же инфекционности, это было абсолютно точно Абсолютно Поэтому это, это один из основных принципов, который мы сегодня просто имеем, да, и который является очень хорошим и жестким профилакти, жесткой профилактической, профилактической мерой. Ежели говорить, если говорить о других как бы методах профилактики, да, а они сейчас уже достаточно хорошо нам все известны, да, это средства индивидуальной защиты, это э, использование антисептиков, это мытье рук, это соблюдение дистанции. Ну, элементарнейший, в принципе. Это элементарные вещи, но это действительно те элементарные вещи, которые спасают жизни, которые являются очень важным методом профилактики. И здесь вот, ну как бы вот, ментальное понимание этих процессов, оно очень-очень важно, чтобы это было не для того, чтобы просто поставить галочку, что я соблюдаю это, да, а очень важно понимание. И мне вот хотелось бы, ну вот, несколько слов сказать... Вот для чего все-таки мыть руки? Да, для чего их обрабатывать антисептиками. Если говорить вообще о э, коронавирусе то вот это семейство коронавируса, оно имеет определенные вот особенности, о которых мне хотелось сказать. Ну, в первую очередь это оболочка, то есть это вирус, который имеет оболочку липидную, угу. которая достаточно неустойчива во внешней среде, и при контакте с мылом, при контакте с антисептиками, с спиртсодержащими, э, очень быстро разрушает эту оболочку, и без оболочки этот вирус не имеет никакой абсолютной активности. Это первый очень-очень важный момент. Второй момент это... Э, но наличие этой вот самой этой липидной оболочки, она позволяет при попадании на благоприятную среду, а это слизистая оболочка, достаточно быстро проникать проникать в клетку и уже в общем-то делиться, вызывать репликацию этого вируса. Поэтому очень важный момент в этой ситуации является профилактика. контактов, контактів в ладоні, контактів з слізистими, слізистами е, губ, слізистими язика, носа і так далі. Мені зараз очень... знаєте, яка, я прошу, що перебуваю. Просто картинка ви розповідаєте, а це я думаю, що дійсно це варто нагадати. Не буде зайвим нагадати ще раз. Просто є картинка, можна побачити. Я думаю, ви також бачили частенько, частенько коли люди. Люди носять маски отак, тобто не закриваючи носа. Ну і сенсу немає, в принципі, тому що найменше торкання так ладони до, до носу, і якщо не дай боже вірус на руці, то він потрапляє туди. Абсолютно точно. И в этом отношении, кстати, в отношении этих перчаток, оно не сколько спасает от этого вируса, сколько является вот хорошей профилактикой вот этих контактов между, между кожей, кожей рук и, и слизистыми лица. Поэтому вот это очень важные вещи, это нужно просто понимать. И на самом деле э, очень много паники вокруг этого вируса. Вот. Это тоже и очень важный и... момент. Да, это не новый вирус, это вирус, которому уже ну, практически 100 лет. Да, он мутирует, но тем не менее э, высок, Высокая, э, вероятность мутации и неустойчивость во внешней среде, что характерно для РНК, содержащих вирусов, это как раз благоприятный момент, поскольку э, мутации будут приводить к тому, что он станов, станет менее агрессивный, менее контагиозный, э, и бу будет заболевание будет протекать с меньшей агрессивностью и более в легкой форме. Десь доводилось читати такий жарт найбільше досягнення медицини початку 21 століття навчили людей мити руки. Це і смішно, і десь відповідає до речі, дійсності знов-таки, ви нагадали найелементарніші моменти захисту себе від зараження, можливого зараження коронавірусом. А як у вас чи посилили? Ну я, я так розумію, що звичайно ви посилювали як краще спитати, ви посилювали заходи безпеки пацієнтів. Ну, знаєте, самый, самый важный момент, це да, не допускать онкологічних пацієнтів в одному місці, в зв'язку з чим реєстрації консультацій по телефону, каких-то консультаций, они на сьогоднішній момент вот, основні мероприятия. А довіряють люди до речі, таким консультаціям, тому що мені здається, що якщо людина відчуває в себе щось. Ну... Не дуже здорова, будемо так казати. Вона впевнена, що краще прийти безпосередньо до лікаря і у с віч з ним проконсультуватися. Знаете, поводов для консультации на самом деле достаточно много, и есть целый ряд вопросов, которые легко решаются дистанционно, когда речь идет о наблюдении пациентов, Речь идет о том, что нужно ли сделать. Вот сейчас у пациента все хорошо, он э, в стадии выздоровления, вот, и нужно ли ему сейчас пройти там ту же компьютерную томографию mm -hmm. или можно ее пройти через месяц? И это абсолютно никаким образом не скажется. Это те вещи, которые которые решаются, когда речь идет о, о том, что пациент находится на этапах лечения любой из методов лечения у нас является достаточно агрессивным, вот, то э, там те осложнения которые могут возникать в процессе лечения, вот, или э, вот, ну как бы они могут требовать действительно и госпитализации, и какой-то очной консультации, и в этой ситуации мы безусловно никогда не отказываем нашим пациентам и и госпитализируем и консультируем их очно. То есть э, есть целый ряд вопросов, когда это сделать дистанционно невозможно. Но я вам хочу сказать, что э, как бы в отличие от других пациентов онкологии Критическая Болезнь это хроническая болезнь, и онкологические пациенты они многие вещи чувствуют, понимают, знают, и э, уже контакт контакт между пациентами и врачом он как правило сформирован, и э, наличие вот этого сформированного контакта оно и э, позволяет, собственно говоря, при, принять правильные, разумные, здравые решения, когда нужно это делать очно, а когда это нужно делать э, дистанционно. Угу. Поэтому вот это основные мероприятия. Э, есть другой очень важный момент – это вопрос э, профилактики инфицирования наших врачей наших медсестер санитарочек и так далее и это на самом деле не очень ну не менее важный вопрос поскольку наличие хотя бы одного медработника в нашем учреждении инфицированного является будет будет служить всплеском собственно говоря этой инфекции в учреждении это очень очень опасно вот в этом отношении средства индивидуальной опять-таки защиты, которые на сегодняшний день мы получили. На прошлой неделе мы заключили договор о благотворительный договор с медицинским центром здоровья, с лабораторией здоровья, которая любезно предоставила нам возможность проведения экспресс-тестов у наших пациентов, экспресс-тестов у наших врачей и других медицинских работников. И эти тесты предполагают двухэтапную аутентификацию, да, то есть двухэтапное определение. То есть в том случае, когда экспресс-тест будет либо слабо положительный, либо положительный, то проводится уже... ПЛР так? Так, да, проводиться вже поліміразна цепна реакція, mm -hmm. то есть метод определения, собственно говоря, самого самої РНК, или самого вірусу в, в біологічних схід. Якщо ми заговорили щодо тестів, всі лікарі у вас зобов'язані пройти чи можуть пройти, чи хочуть пройти, може вже пройшли чи ні, і щодо пацієнтів. Значит, смотрите, в этой ситуации мы как бы основываемся на мировой практике. На сегодняшний момент в мире нет ни одного лечебного учреждения, ни одного государства, которое обеспечивает стопроцентное тестирование всех пациентов и всех врачей. И на самом деле ну, здесь тоже должна быть какая-то разумность, да? поскольку если мы будем тестировать сегодня и сделаем вот такой вот скрининг для всех пациентов и всех врачей, завтра ситуация может поменяться. Да? То есть врач, пациент может приехать, проехать в городском uh -huh. э, транспорте, проконтактировать с, с кем-то, и, э, в общем-то, ситуация может, может измениться. Поэтому в этой, Это ситуации, все таки, певные, да, поэтому в этой ситуации мы все-таки среди э, всех медработников и пациентов выделяем определенные группы, которые, собственно говоря, и тестируем там, где есть определенная вероятность вот, вот этого инфицирования. Это достаточно важный момент. И мы эту процедуру уже начали и э, среди врачей, и среди медработников, І сред пацієнтів, і е, очень сподіваємося, що це буде ефективним і е, не дозволить, в общем-то, скільки, скільки людей, людей, пройшло вже через читати. Я не готов зараз говорити о каких-то цифрах, але цей процес почався і почався вже рутинно. Угу. І знов-таки я хочу заострити просто увагу: пройшли ті люди, у яких була, може, якась найменша підозра, так? що вони да, можуть да, бути. Так, да, 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 безусловно. Угу. Щодо захистів, захистів, засобів захисту і пацієнтів, ви найперше все ж таки, мабуть, медиків, рівно тиждень тому ви участь, брали участь у програмі у моїх колег на Суспільному, і там просто прозвучало слово катастрофа. У вас ви були позбавлені чомусь взагалі навіть елементарних масок. Як зараз ситуація? Чому взагалі склалася така ситуація? Знову таки, ми не були готові. Харьковская область или здесь есть два момента. Действительно, к, к, этой пандемии, наверное, не был готов никто. Вот. И есть определенная инертность и в государственных структурах, которая не позволяет так быстро решить эти, эти вопросы, эти проблемы. Но, действительно, неделю назад у нас была такая ситуация, что у нас не было ничего. Заканчивались здесь средства, отсутствовали маски, отсутствовали любые другие элементарные средства индивидуальности защиты и медработники и медперсонал просто покупали это все самостоятельно на сегодняшний момент была произведена небольшая закупка нашим учреждением завтра мы получаем D средства которые закуплены за средства областного бюджета в пятницу и сегодня мы уже получили от благотворителей достаточно большое то есть сегодня юрий сапронов нам передал тысячу э, полумасок БУК-3, которые являются эффективным средством защиты для э, того человека или того пациента, который носит эти маски. Э, сегодня мы получили э, обычные хирургические маски и э, защитные экраны для, э, опять-таки, наших медработников от Марии Мезенцевой, от депутата Верховной Рады. И э, кстати, тоже хотелось бы сказать, что Вчера или сегодня было межфракционное заседание группы, которая называется «Слабожанщина», которая состоит из депутатов Верховной Рады. И на этом заседании было принято положительное решение относительно того, чтобы обеспечить кислородными трассами терапевтический, хирургический корпус, гинекологический корпус для того, чтобы в случае, если не дай бог, в общем-то, будет какое-то потенциальное, общем-то, инфицирование, чтобы мы могли эффективно сработать, поскольку аппараты искусственной вентиляции у нас есть, все условия для проведения э, лечения этих пациентов у нас на сегодняшний момент есть. Есть м -м, сложности вот действительно с кислородными трассами и с кислородной емкостью, которая бы, которая бы обеспечивала и объединила все эти корпуса. Это решение было принято. Стоимость этого проекта составляет там ок около миллиона, поэтому мы, в общем-то, ожидаем что в ближайшее время начнутся какие-то действия и в этом, в этом направлении. Поэтому, знаете, как бы мы вот уже достаточно давно привыкли, что наше учреждение как-то находится в стороне, да, от каких-то каких серьезных закупок, от, от каких-то да, популярных решений и для наших пациентов, и для наших медиков, и большинство вопросов мы привыкли решать самостоятельно. И то, что мы имеем на нас на, на Сегодняшний день, да, это реакцию э, тех благотворительных, благотворителей, тех меценатов, которые активно сейчас включили включились во всю вот эту вот историю. И э, она точно э, будет иметь, в общем-то, отражение. Отражение ввиду того, что э, профилактические мероприятия, они сработают. А на какой, до речи, период может выстачить всего, все то, что вы перелишили? Ну, давайте, давайте посчитаем очень просто. Да, то есть, если, если говорить о, о масках, это тысячу масок, у нас э, 150 врачей, э, около там, 300 человек э, медицинского персонала другого, вот, одной маски э, хватает на сутки. Да, то есть по, по нормам ее использования. Вот речь будет идти о, в общем-то, о, о нескольких суток. Но э, мы прекрасно понимаем, что, как бы, в наших реалиях э, при отсутствии вообще чего-либо это реально решит ситуацию не на три дня, это абсолютно точно. Mm -hmm. Если говорить о досредствах, -средств, средств должно быть достаточно много. Ну и э, очень важный момент, да, все-таки комплекс, э, комплекс этих мероприятий. Маска, с одной стороны, защитные экраны, которые многоразовые, которые, которые протираются, обрабатываются, и их можно использовать очень длительное время. Вот. Э, мероприятия, карантинные мероприятия, мероприятия по профилактике скопления пациентов, дистанционные консультации и так далее. В целом, я думаю, что это должно сработать. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что это на этом... В общем, то все не закончили. Я тільки хотів до речі додати абсолютно з вами згоден. Тому що якщо враховувати, що карантин подовжиться, ну де боже щоб не більше ніж до 11-12 травня, то ну я розумію, що. А, що, що всі розуміють, перепрошую за тавтологію, що замало цього, і, мабуть, будуть все ж таки надавати допомоги. Хотілося б, щоб держава дійсно насамперед підключалася. Бо все ж таки ви а, не приватний заклад, а, а саме державний. Вона повинна, повинна відповідати. Хоча на ну так, так сталося, що дуже багато всього свалилося відразу. Ну, подивимось, дай Боже, щоб все, все було дійсно, всього вистачило і все було нормально. А, Хочу знов таки повернутися до початку програми. Якщо ви, як ви сказали, працюєте в штатному розкладі, то це значить, що якщо в людини виникає потреба зв'язатися з вами, прийти на консультацію, може навіть потреба в операції, то вона може це здійснити. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Единственным моментом работы вот в этом режиме в онкологических учреждениях, в нашем онкологическом учреждении, в других онкологических учреждениях нашей страны является принятие решения относительно того, как конкретно поступить в этой ситуации, поскольку нет каких-то стандартов на сегодняшний момент в мире, как действовать в связи с, эпид... с пандемией коронавируса, как действовать в той ситуации, когда в, там, в полтора миллионном городе или там, в трехмиллионной области там, 72 заболевших. Да? То есть проводить все оперативные вмешательства онкологическим пациентам, все этапы лечения или нет. И как быть, если этих э, инфицированных паци... инфицированных э, людей в этой области будет там 3 тысячи, 10 тысяч mm -hmm. или 15 тысяч, поскольку ситуация, ж, мы прекрасно понимаем, что ситуация будет точно абсолютно, абсолютно разной. Поэтому э, конкретно мы, наши мультидисциплинарные группы принимают ну, взвешенно вот эти вот решения и э, те ситуации, когда начало лечения можно пролонгировать, да, на месяц, два, то мы безусловно это делаем, да, то есть есть целый ряд пациентов с доброка Качественные патологии. Есть целый ряд пациентов с предоопухолевой патологией, когда лечение сейчас начинать не нужно. Его нужно пролонгировать угу. на период после карантина и не подвергать э, потенциальному риску вот эту группу пациентов. Те пациенты, которые находятся в стадии фоллапа или наблюдения, да, какие-то этапы обследования тоже можно пролонгировать на месяц, два и даже три. То есть есть э, ситуации, когда это можно делать, и мы это делаем, и это абсолютно Подождите, правильно а чье логистика? План на тот выпадок, если кто-то из хворых в из да. коронавируса? Да, да безусловно, безусловно, есть. Это решение и стандарты, которые приняты Министерством охраны здоровья нашей страны. Вот. Он достаточно четкий. Есть опорные больницы, есть бригады, которые занимаются этим вопросом. Есть центр лабораторный, который проводит тестирование и официальное абсолютно полностью подтверждение коронавирусной инфекции. И план действий который, в общем-то, необходим. Да, это урегулировано на уровне страны и касается не только онкологических учреждений, а всех лечебных учреждений страны. Ну, пациент также должен будет доставлен в специализованный заклад. Упорный, я полагаю, скажем. Да. Угу. да. Зрозуміло. І на сам кінець, Денис, я попрошу вас дати поради от саме тим онкохворим, хто залишається вдома, як їм насамперед захиститися від можливого, не дай Боже, захворювання коронавірусом. Просто виконувати все те, що і звичайні люди, чи якісь особливі поради ви можете дати. Ну, ви знаєте, перше, мабуть, що мені б хотілося сказати, це то, що точно не потрібно панікувати. да это не э, не какой-то монстр это э, не что-то что, -то, что -то абсолютно новое вот это то с чем можно бороться это то с чем мы точно эффективно боремся и э, на сегодняшний момент те цифры которые мы имеем они на самом деле далеко не худшие вот и э, э, кривая по которой нарастает количество заболевших э, в нашей стране она э, еще раз говорю далеко не худшая э, если брать страны Европы и или страны Азии. Вот. Поэтому в этом отношении нужно точно сохранять спокойствие. Не нужно смотреть большое количество там, каналов, которые нагнетают информацию, а вот абсолютно реально относиться к той ситуации, которая есть. Это первое. Второе, что принципиально важно, я уже говорил об этом, но обязательно повторюсь, да, что ношение маски, ношение респиратора, мытье рук, использование средств дезинфекции. И, и есть еще очень вот два момента, я нигде так вот особо не читал, чтобы заостряли на этом внимание, но мы должны понимать, что для нас является потенциальным источником инфицирования. Угу. Это, ну, в первую, в первую очередь, это те люди, которые имеют респираторные заболевания, да, в, в этой ситуации э, дистанцирование от них и ношение маски. Вот. И вот две важные вещи, это все-таки денежные купюры и э, средства телефона, и телефоны, которые мы используем постоянно после В них точно обрабатывать, обрабатывать руки, мити руки і обрабатувати десство. Тобто дотримування тих же самих да. засобів, захисту, як да. і всім, всім нам. Абсолютно точно. Дякую. Дякую дуже. Нагадаю, що сьогодні говорили ми з генеральним директором Харківського обласного онкоцентру Денисом Скорим. Дякую, що дивились нас. Сподіваюся, що всі ви здорові. Бережіть себе і близьких, не хворійте, і до побачення.